Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Castle Hustle. Ну что же, давайте здесь заберем все, что у нас накопилось, и сегодня мы собираемся с вами отправиться, знаете куда? Ну, конечно же, в портал. Надо мне дальше бить свой рекорд и проходить далее, надоело мне уже на одном месте сидеть. Так, давайте-ка мы это, наверное, разберем, конечно же. Так, ребята, что хотел сказать вам по поводу предыдущих роликов, там Call of Duty, Зло внутри, вторая часть, которую мы с вами проходим, там не было озвучки. Это из-за того, что у меня недавно вышел из строя микрофон. Пришлось чинить его. Ну и какое-то время у меня видосики там были без озвучки, так что не обессудьте, там все нормуль. Ну что же, а мы с вами приступаем к порталу. Давайте начнем. У нас тут вначале все легко, мы будем проходить с вами на ускорении, чтобы лишнее время даже не терять. Может быть, даже я сделаю вообще на ускорении все это, при монтаже. Так, потому что, ну, сами подумайте, да, что нам делать там до 50 уровня как минимум. Никому не интересно это будет смотреть. Хотя они здесь и так на ускоренном бегают. Если я еще ускорю видос, там будет просто сплошная каша, а не видео. Ладно, давайте тогда будем так с вами играть. Так, отличненько. Ну-ка, давайте-ка глянем дальше. И у нас всего лишь 18 уровень. Так, сундучков мы нигде не пропустили. 97 тысяч мощей у этих врагов. Естественно, мы на ускоренном все это быстренько разбираем, зачищаем. Так. Как видите, у меня 50 магических воскрешалок куплены за кристаллы. Ну, я думаю, что этого маловато будет. Еще, наверное, надо будет что-то докупить. Пока еще не определился. Либо ярость мы с вами купим, или же это будет у нас призыв напарника. Ну, скорее всего, мы все-таки возьмем ярость. А может быть и то, и другое. В общем, посмотрим, когда дойдем до предела, до нашего. Там уже будем определяться. Ну что, хп у нас еще много достаточно. Я думаю, что можно еще смело отправиться дальше. Бомбить. Ага, вот у нас и сундучок следующий синий. Сейчас мы его с вами заработаем и посмотрим, что нам оттуда выпадет. Так, не вякайте, все ложитесь. Это все, естественно, сосунки, потому что уровень всего лишь 20-й. У меня начинается тяготы где-то с 55-го. Так что еще нам маршировать и маршировать. Ну идите сюда, хламоны. Всех положил. Замечательно. Не знаю, правда, успеем ли мы в этой серии дойти до 50-го уровня. Все зависит у нас от яблочек наших. А яблок у нас... Что-то, погодите-ка. 114 тысяч мощей. Яблочко у нас, по-моему, ребята, маловато будет. Да падай ты уже. Машет он мне там посохом своим. Стеклянным. Отлично. Заколбасим. Так, ребята, у меня здесь в компании кто? Воскрешатель. Один. Два боевых мага. Ресальщик, лучник и воин, как вы видите. В данный момент я иду пока такой компашкой. Она меня вполне устраивает. Замечательно. Если бы я здесь задонатил бы еще на 3x темные души, было бы вообще замечательно. Но, честно говоря, жалко мне на одну игру вкладывать такие деньги. Оно того не стоит. Хотя другим способом никак не накопить 9-10 там и далее темных душ. Если только через донат. Ну, пока еще маленький уровень у нас. Надо, чтобы где-то душ 200-250 капало. Тогда есть смысл донатнуть на увеличение 3x темных душ. А пока мы и так справляемся. И давайте, у нас кто тут? О, дракончик. Сейчас мы его быстренько накумарим. Все. Это у нас уже 26 уровень, ребята. Был недавно 20, уже 26. В принципе, может быть, даже и хватит нам. 66 тысяч яблок. Да, ребят, никуда, конечно, не годится это дело. Так, давайте вот здесь вот мы отобьем этих ребят, потому что у них синий сундук, а он не нужен. Потому что оттуда выпадают шмотки, и желательно бы, если бы выпала синяя, я бы ее разбил бы на кристаллы и заказал бы себе фиолетовую шмотку, еще какую-нибудь. Так, отлично. Шрум упал. Ну, этих охламонов мы тоже сейчас порубим. И последний у нас здесь. Ага, ребята, големы. Сосунки.
Все, полегли. Так, а вот и наш сундучок вывал. Сейчас мы, наверное, с вами и глянем, что будет в нем. Так, у нас, кстати, 5 сундуков. Нет, ребят, давайте мы, наверное, с вами подождем малька, а потом уже все сразу откроем. Так, какой у нас идет следующий уровень? 30-й уже. Ну что ж, в принципе, неплохо мы идем, довольно быстро. Жалко, конечно, что яблочек у нас маловато. Ну, с этим ничего не поделаешь, будем играть, пока они есть. Посмотрим, до какого предела мы дойдем. Так, отлично. Упал. Еще 3 волны у нас. Ну, это легкотня. Так, предпоследняя волна у нас тоже легкая. Там, где танки, ребята, вот мобы, враги-танки, для меня даются легко. А вот где маги, сложновато. Как-то у меня не заточена моя компашка под магический урон. Ну давай ты прогружайся быстрее, что ты там медлишь. Так, ну что, хпшек пока еще у нас достаточно. Как видите, мало яблок. Хотя, ребята, постойте-ка секунду. Да, конечно же, у нас же раздавали накануне вот такой вот бонус. Хо-хоу. Так, смотрите-ка, синий. Магическая броня, давайте разбирать. Так что 450 тысяч у нас яблок плюс те 50 тысяч. В общем, должны уйти нормально мы с вами в этой серии. Так, это мы все на разбор пускаем. Белые шмотки нам не нужны, как вы знаете. И эту тоже. Даже независимо от какой у нее будет там уровень. Так, сила магии 83 уровень. Тут... Кстати, тот амулет синий, который я разобрал, он, по-моему, по магии был даже неплох. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Да, ресурсов, конечно, у нас маловато, но сейчас не в этом соль. Забираем здесь, еще 2 сундучка у нас на открытие. Так, на казначея 31 уровень, хорошо. И в следующем у нас колечко. Урон на 85 уровень, бахнули его. Так, ну что же, ребятушки, пора нам с вами отправляться далее в портал. И у нас 33 уровень на кону. В следующий 34 будет уже с сундучком. Это уже хорошо. Так, лучники упали. Скелеты. Этих ребят мы тоже с вами быренько порешим. Я говорю, более-менее тяжело у меня начинается с 52-3 уровня. Так, уже напряжно. А до этого идем даже и в ус не дуем. А может быть, мне надо было сразу с 50-го начинать. Ладно, зарубим всех. А вдруг кто-то, да, не видел и хочет посмотреть, что там дальше. Может быть, кто-то только начал играть и остановился, например, там на 5-м уровне. А ему интересно дальше увидеть, что там. Вот, в принципе, для них это будет серия и предназначена. Даже не буду я сегодня проходить вторжение. Так, вот у нас здесь. Давайте добавим, наверное, с вами. Вот так. И сделаем заготовочку. Да-да-да, я хочу начать бой. Ерунда, что у меня там не восстановлено здоровье. Мы все это в бою поправим. К тому же я не вижу, чтобы у кого-то не было здоровья. Все целенькие, здоровенькие. Как говорится, щечки красные, ушки синие. Ну что ты тут делаешь? Оп, упал, родной. Отдыхать прилег. Так, орки, сосунки. Ну, иди сюда. Сейчас мы тебя нахлобучим. Отлично, упал. И сундучок себе опять все-таки мы с вами заработали. Это очень хорошо. Будем надеяться, что в нем еще будет одна синяя шмотка. Так, и у нас на кону 35 уровень, 162 тысячи мощей. Поверьте мне, ребята, разберем их как сосунков всех здесь. Даже пикать не успели, что там вякнули слегка. О, тут вообще их трое. Конечно, хотел ломануться к моим магам. Не тут-то было. Но все-таки, смотрите, малька снимают хпшки у моих бойцов. Ну, это ничего страшного. Так, и опять у нас здесь дракон. Смотри-ка, лучник только и падает у меня, а. Расслабляется, так сказать. Все, еще один дракоша у нас повержен. 76 темных душ мы получили. Конечно, это очень мало, это копейки. Я даже не помню, если мы с вами дойдем до 50 уровня, сколько у меня будет там всего этих душ темных. Так, голем, пошел отсюда.
Тут два дня, как видите, два часа еще будут делаться у меня постройка. Яблоки. Ух, 434 тысячи, это довольно хорошо. Так, и у нас 36 уровень. И пока мы ничего не пропустили. Ни одного сундучка, так скажем. Ути-пути, каменный големчик. Упал. Так, ага, ну эти хламоны тоже легкотня. Давайте, вот эти вот летающие мыши, да, конечно, дают джазу. По крайней мере, раньше, я помню, они мой отряд ложили на ура. Сейчас мы немножко подросли, поэтому не так все просто для врагов. Ага, травилка, которая травит ядом. Ах ты, смотри-ка, моего главного бойца завалила. Но это ей ничем не помогло. Ну, а мы с вами двигаемся, естественно, далее. Уэй, давайте посмотрим, что здесь у нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Обычное колечко. Плохо. Я рассчитывал на синее. Ну, на худой конец зеленое. Ну, не просто же обычное, а. Это уже ни в какие ворота не лезет. Все, больше нам походу здесь... А нет, есть малька еще ресурсов. По-моему, все, да? А тут у нас один день, один час. В общем, скоро-скоро все ребятушки у меня освободятся. И нам надо будет что-то с вами улучшать. А вот что, пока не знаю. Можно было бы даже кракена. Но мне охота почему-то сделать какое-нибудь здание. Так, продолжаем. 37-й левел у нас на кону. 172 тысячи мощей у этого отряда. Так что давайте их разбирать. Энты и всякая шелупонь здесь бегает у нас. О, мимики. Так, упали. Ну, это тоже, ребята, ничего сложного себе не представляет. И кто у нас здесь босс? Ага, мимик и две летучие мышки. Все, упали они. Замечательно. Что еще скажу я вам? 84 темные души мне за них дали. Мало, мало все это, конечно же. Так, ну что, малька, конечно, подранены, но не настолько серьезно, чтобы долго здесь нам задерживаться. Так, давайте отправляться с вами далее. 38-й, да, значит? Угу. Погнали. Ну что же, первых победили. И нас встречают ледяные. Ну, тоже упали. Ага, опять шрум. Куда это он ломанулся, а? На моих магов. Ничего себе дает, братиша. Не тут-то было. Не зря я все-таки взял с собой 50 воскрешалочек. Они нам пригодятся. Наверное, должен быть какой-то предел, где мы будем ими пользоваться. Кстати, ни разу не пользовался, даже не знаю, как они действуют и какой у них откат. Так, ну что же, давайте тогда сразу, наверное, пойдем с вами, да, на 39 левел. Или как это у нас, 39 этаж, я даже не знаю, как это назвать. Ну, в общем, вы поняли. Ну что такое, что это за возня такая сейчас была, а? Долгая, на первой-то пачке. Эту каточку мы тоже с вами прокатим. Думаю, ничего тут сложного нету. Так, замечательно, упали. Так, этот алхимик тоже тут со своими бутылками. Ну что ж, довольно неплохо мы идем. Ну, для моего уровня это действительно, это неплохо. Это вообще пока никак. Все, завалили. 92 темные души получили. Так. И у нас мы с вами, наверное, переходим в кристаллика. Довольно неплохо. На 40-й левел. Осталось, ребята, совсем-совсем чуть-чуть. И мы с вами дойдем до моего предела. С яблоками пока у нас все отлично. Давай-давай-давай. Родной, вали этих големов. Всю эту нежить истребляй. Так, и этих тоже. Упали. Че, опять дракоша, что ли? Зачистил ты, однако, родной ты мой, а?
вообще какой-то ватный, если честно говоря, он был. Никакого сопротивления просто не было от него. Мои бойцы целенькие и невредимые, сразу переходим с вами. Блин, вот я тупанул. Зачем я проходил 40-й уровень, когда я мог сразу 41-й забомбить? Ну ладно, ошибки бывают. Обожаю вот големов, энтов. Вообще, просто люблю крошить, они сами по себе ватные. А вот некроманты, это, конечно, да, будут позлее, потому что они маги. Да-да-да-да-да, конечно-конечно, что там пуляешь? И боссик у нас кто? Две летучки? Да ну, насмешили вы меня. Все-все-все-все, хорош. Ну? Эй, бой закончен. Ёлки-палки, я уж думал, зависло опять что-то. Нет, вроде бы как прокатило все. Блин, да что такое? Что она подтупливает малька, а? Смотрите, какая-то долго идет прогрузка. Еще совсем недавно такого не было. Так, 300 тысяч у нас яблок еще есть в запасе. Ну что ж, я думаю, что, наверное, дойдем с вами, дойдем до 55-го как минимум уровня, а там посмотрим. 76-й скоро будет у Светланки. Ага, 42-й уровень, и у нас, как вы видели, синенький сундучок тут корячится. Так, победа. Мимики и лучник. Лучник даже пикнуть не успел. Все-все-все, отдохните, малька. Не мешайте мне идти на вершину всевластия. Можно так сказать. Ой. Это босяра у нас якобы, да? Вата-ватой. Полегли все. Зато сундук синий мой. Надо его по-быренькому вскрыть и посмотреть, что там у нас будет. А ну-ка, порадуй-ка папочку. Ну ладно, сила магии 619 на 66 уровень. Конечно, ребята, нам это не нужно. Так, погнали далее. 43-й, значит, левел. Уже 200 тысяч мощей, ровно половина от того, что у меня есть. Погнали. We'll be right back.
Ну вот, ребята, и 49 уровень. Еще немножко, и мы дойдем до моего предела. И здесь у нас големы. Хорошо, давайте их разбомбим всех в пух и прах. Так, давайте на ускорении хвалить всех. Так, а там будет полтинничек, а на полтинничке у нас синий сундучок. Это уже хорошо. Так, что у нас тут? Ага, одни лишь танки здесь. Вот с танками-то как раз мне здесь и фартит. Обожаю валить танков. Как я уже говорил. Ага, тихо, вот этот вот в свое время голем меня доставал. Но, как видите, сейчас я его вообще просто даже свиточка не потратил, закумарил. Хорошо. Ну, здоровье у нас пока еще нормально. Так, с яблоками очень-очень туго. 133 тысячи. Ну, хватит. Да, хватит нам где-то до 55 уровня. А там уже будем корячиться как можем. Вот, вот он, синий сундук. Босс здесь у нас водяной. Ну, это я так прозвал, на самом деле. Я не знаю, кто он такой. Я даже его не видел в основной игре. Вот. Опа-на. А вот нам халявная выпала ярость. Замечательно. Пригодится. Так, бомбим-бомбим. Шикандос. Что ты тут у нас, а? И два лучника. Надо же, они уже тут применяют на себе ярость, как вы видели. У меня даже маг упал. Ай-яй-яй-яй-яй. Водяной, как тебе не стыдно? С аквариумом где-то чуть ниже пупка. Как-то очень странно. Ладно, забираем сейчас сундук. Посмотрим, что нам выпадет из него. А ну-ка, открывайся, сезам. И, черт подери, сила магии. 867. На 71 уровень. Ну, хорошо, мы его оставим, ребята, потому что мне кажется... Так, 840, а тут сколько у нас? Где он? Вот он. Оу, конечно же, надо ставить. Как-никак на 31 единицу лучше. Давайте-ка еще колечко сравним. Нет, к сожалению, оно нам не подходит. Будет у нас лежать мертвым грузом дальше. Так, ага. Ну что, ребятушки, наверное, пора. Хотя еще не подлечились до конца. Но 50 уровень у нас впереди. Даже 51. Погнали. Так, ну что же, ребятушки, давайте этих раздолбим. 286 тысяч мощей у них. Елки-палки, у меня кончается, как видите, магия. И это не есть гуд. Потому что как раз на основном пике мне нужна будет магия. Да, я в надежде хотел так проходить, если честно, с магией. А я ее почему-то растратил где-то на какие-то пустячки, где, в принципе, мог и так пройти своими силами. Как правильно мне один подписчик написал: ты все время тратишь магию, поэкономь. А для чего, ты мне скажи, родной ты мой, куда мне ее экономить? Она же постепенно восстанавливается, постепенно делается. А то, что я ману на них трачу, так мне не жалко. Потому что это самый обычный ресурс, к тому же восстанавливаемый. Так, 160 уже темных душ мы с вами зарабатываем за бой. Это хорошо, но мало, еще раз повторю. А вы представляете, если бы это было на X3, сколько бы это вышло бы? На X3 давайте посчитаем. 300, да? Это 480. Да, ощутимая разница, да? 160 и 480. Ладно, помечтаем потом как-нибудь. Ага, а вот у нас и зомбарь. Кстати, вот этот зомбарь меня в свое время тоже очень лихо бесил, потому что он, мало того, что он тройной у нас будет босс. Вначале маленький, потом побольше, потом самый здоровый появляется сзади моих магов. Станет, если я не ошибаюсь, и... начинай их колбасить. В общем, сейчас мы сделаем с вами по-хитрому. Мы его опередим. Смотрите, как мы это будем делать. Так, вначале я его здесь бомблю мелкого. Трогать магию пока не буду. Так, второй. Тоже, в принципе, ничего сложного нет. А здесь магию. Вот так вот, ребята. Видели, что я сделал? Я бросил заморозку в него. И он пока был в стане, мы его по-быренькому раскумарили. Слушайте, довольно неплохая тактика была. Так что, если кому-то нужно
пользуйтесь. Так, ну что, на этот раз у нас довольно хорошо покоцанные солдатики. Мы, наверное, немножечко с вами тормознем, соберем здесь всякие ресурсики. Немножечко надо нам отхилиться совсем капельку и продолжим. А я пока в это время посмотрю, где мы с вами остановились. 53 уровень, вот эти вот орки, это в принципе ерунда. А вот у нас там потом будет некромант с мимиком. Честно говоря, я не помню, но вроде бы я их проходил. Так, давайте-ка добавим последнюю нашу магию, которую уже, в принципе, все. Тю-тю, скоро закончится. И будет очень плохо, и будет очень жарко. Для меня, по крайней мере. Так, поехали. Давайте на ускорение пока. Что я могу сказать здесь про этого босса, про последнего? Его лучше сразу заморозить. Кинуть лед в самом начале боя, чтобы его и там отряд не успел раздухариться. Там вроде бы лучники, и помимо этого он сам по себе маг. И жарит он довольно неплохо. Если вот, оп, вот так вот это все делается. И да, он не маг, он лучник. В общем, вот так как-то это будет. А иначе бы он, если бы я был бы послабее, заколбасил бы меня. Уж больно там ярые лучники у него. Со всей дури. Ну, так, 250 тысяч критических ударов за любое количество боев. Ха-ха, это все, наверное, ребят, благодаря моему новоиспеченному лучнику. Он у меня там критует, будь здоров. Ну, в принципе, и вояка мой тоже на криты, будь здоров. Так, собирали. Ну что же, давайте дальше. И у нас здесь некромант. Черт подери, последняя магия, ребят, осталась, а? 324 тысячи мощей. Погнали. Так, ну с этими разобрались, тут все легко. Так, а мимик у нас где будет? Я что-то не пойму. Там же вроде бы был некромант. Ага, вот у нас некромант. Тихо, 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 не дури, не дури. Оу, смотрите, ребята. Все-таки мы его порвали. Так, големы. Они нам здесь не нужны. И мимик, да, сейчас будет? Да, три мимика. Оу, тихо, тихо, родные. Ты посмотри-ка, а. Че творят? Но все же мы победили их. Ну, бой был довольно серьезный такой. Ну, магию я, опять же, не потратил. Я имею в виду воскрешалочки. Все, осталось пока при мне. Так, забираем здесь стальку. Дерево. Да, хорошо их покоцали у меня. Смотрите, вояка там практически вообще был на измене, на нуле. О, ребята, а яблок-то у нас и не осталось. Ну что ж, тогда мы, в принципе, с вами в этой серии дошли до своего предела. Только лишь благодаря яблочкам, которые, как обычно, нас подвели. Ну, а мне остается сказать вам только лишь одно. Ребят, спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих новых видосиках. Так что не пропадайте и будьте всегда на чеку. А на этом все. Всем пока и до скорого, ребят. Ах так! Ах, вот ты как! Ах, вот и значит, какой-то на самом интересном месте! Ой, а я так думал...